Всем привет! У нас воскресенье, и мы все-таки решили опять сюда прийти прогуляться, походить, потому что мы дома сделали все дела, немецкий, поэтому нам скучно, и мы решили выйти прогуляться, вам поснимать, и в ночное время, вечернее, все здесь намного красивее, свет от аттракционов, короче, сейчас будем гулять и вам показывать. Настя говорит, поэтому она и не хотела сюда идти, ей не нравится мусор. А вот это, где мы в прошлый раз повелись на этот лохотрон. Да, Настя? Ну, кстати, шишо, да, это да. Вообще это пипец. Здесь нужно очень много одеться. Мы думали, на улице холодно, оделись. А тут вообще жара, 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 капец. Вот этот аттракцион мы в прошлый раз думали, идти на него, не идти. Не знаю даже, сколько людей. Людей просто куча. Непонятно. Кстати, он 5 евро стоит, этот аттракцион. 5? Угу. Так, у нас уже понедельник. Смотрите, сколько у нас здесь просто насобиралось бутылок. Сколько у нас штук? 49 штук. Представьте, 49. Это 12 евро 25 центов. Это очень-очень даже хорошо. Поэтому сейчас будем идти в магазин, так как у нас уже холодильник пустой, все съели, все успешно опустошили. Теперь идем в магазин сдавать эти прекрасные бутылки. Также нам надо купить книжки. Ну, в общем, сейчас будем вам все показывать. Здесь можно сдавать бутылки, но здесь очередь. А тут пандочка процесс. Отлично. Ну что, 8 бутылок отправили. А теперь все, нихт барайт. Пришлось нам нажать там на кнопочку, вызвать сотрудника, потому что у нас не принимались бутылки больше. И все сделали, слава богу, успешно мы их запустили и получили 12 евро 25 центов, как и должны были. Вот, что еще? В общем, скупились как раз таки в это ровно на 12 евро 20 центов, вообще ничего не взяли. Просто ничего не взяли. Мы придем домой, конечно, покажем, но объективно вообще ничего не взяли. Мяса мы никакого не брали. Ну, короче, увидите. Вот. Также зашли, купили книжки новые, которые нам нужны уже на B1. Вообще потратили, сейчас покажу сколько. Я расстроена. Реально, в этом месяце вообще, ну, тупо придется выживать. Цены просто космос. Реально, космос. Все как не кстати. Я думала, что книжки хотя бы после каникул надо будет покупать, но нет. И единственный плюс, который есть, это то, что нам учительница разрешила пользоваться одной рабочей тетрадкой. Ну, с Настей, да. А так надо было бы еще дополнительно покупать. Плюс еще 13 евро 50 центов. Ну, сейчас покажу, сколько вообще в целом стоит. 26,50, 26,50 и 13,50 это рабочая тетрадка. 66 евро 50 центов. Ну, это вообще космос. Покажи наш книжечки. Мы тут на лавочке сидим, погода прекрасная. Солнышко. Это тетрадь? Вот. Первая. Это тетрадь, да? Да. Ой, такая. Что мне по голове попало? Да. О. Я их в детстве на нос одевала и ходила. Кого? Ну вот эти. Как они называются? А, я поняла. Да. Вот тетрадь понятно. Такая для домашних заданий. Хорошо, вот реально, слава богу, что она нам разрешила одну на двоих. Правда, она разрешила на А2, опять-таки. Надеюсь, не придерется, да, Настя? А вот книга сама по себе B1 такая идет у нас. Значит. Там еще есть B1 линия 1, а мы, у нас именно такая нужна. Вот. Похоже на то, я так поняла. Ну, да. Будем заниматься. Да. Я расстроена, но реально, ну 66-50 просто вообще за одну минуту. Мне было обидно, когда за те книги, которые мы практически не прошли, тем было 15 тем дней, мы прошли максимум 8-9. Нет, Настя, 13. 13 было? Да. Чем 15 считал? Нет, 13. 13,
Ну, сам по-моему, сейчас 14-е, вот завтра последний день или сегодня. Очень много тем пропустили, и никому да, книжка не нужна. Книжки там очень много листиков, да? Просто пропущены. Очень потому много. Что, видимо, она не успела догнать, ну да. И все, и теперь новая книга. Я реально надеялась хоть после этих, я после каникул. Системы, честно говоря. Я говорю то, как оно есть. Да, спасибо большое за эти курсы, но надо больше хотя бы хоть года-два проходить. Сюда, хоть чтобы что-то понять. Настя, надо дома заниматься. Или, и да. Немножко медленнее на уроках. Да. Но это нереально. Ну а что? Ну, что есть, то есть. Будем сами по себе заниматься. Какая программа, что делать? Уже после того... Ну, ты знаешь, какие деньги государство платит за нас? Ну, огромные. На курсы. Я потому что они хотят, чтобы люди выучили, чтобы люди пошли работать по профессии, на нормальные какие-то работы. Что такое? Он сюда идет? Настя, я боюсь. Причем все, подошел к нам мужчина, я реально испугалась. Я тоже испугалась. Потому что он до этого кричал, там было слышно. Я думаю, что ему надо? У него там, короче, что телефон завис, но мы ему все сделали. Он сказал, данке. Мы ему сказали, шурин так, чюс. И все. Вот. Что такое? Опять по мне кто-то ползет? Да. Кто? Паук? И паук, и гусеницы. Мы их выкинули. Отличный вариант просто. Зеленый паучок. Сейчас нам еще надо зайти в Альди. Нам надо взять этот моющее средство. Мочалочки. И что-то купить для... Я не знаю, второе блюдо. Да. На завтра. В общем, покажем вам, что. Вчера мы недолго гуляли. Опять 2 евро в автомате проиграли один раз, ну захотелось. И все. Ну, вообще, честно, вчера было такое скопление народа. Вроде как воскресенье. И всем надо на работу, но нет. И да. Столько грязи, боже, они все орут, все пьяные. Ну, я реально не выдержала поэтому такое я движение. Я что я не хотела туда идти. Да, я же Настю уговаривала вообще вчера вечером. Говорю, пожалуйста, пожалуйста. Не знала. Ну, просто... короче, такие я дела. Я много раз ходим, это тоже место, мне уже интересно. Ну, да. Ну, так что ладненько, все, сейчас будем идти да. И уже включимся дома. Да. Мы дома, нереально жарко, просто вообще. Так, что мы взяли? Картошку, это нетто. Дальше. Листья салата, это Альди. Хлебушек самый дешевый в мире. Филе в Альди 5 евро 600 грамм. Это самая вообще дешевая цена, которая может быть за мясо в данный момент. Дали такие булочки, потому что хотим сделать с этого филе. Половину филе пойдет на суп, а половину сделаем эти рубленые котлетки. И такие вот бургеры будут, потому что гречка оставшаяся пойдет в суп. Макароны мы не хотим. Рис закончился. Ну и в общем решили такие бургеры сделать. У нас здесь кетчуп, майонез. Без всяких там соусов, короче, такое. Решили так сделать. Также моющее средство посуду мыть закончилось. Огурец. Сыр. Тут-то это для этих, для бургеров, потому что чеддера не было. Кстати, дорогой, евро 79. Ну, в принципе, сколько? Сколько грамм? 250 грамм? Ну, такое. Типа нормально. Также что? Помидоры. Евро 49, 650 грамм это в нетто. Колбасу взяли. Будем все-таки себя приучать завтракать перед курсами, поэтому взяли такую колбасу. С чайком утром, Настя с кофе. Я кофе не пью. Вы можете знать, поэтому взяли такую. Она самая нормальная из бюджетных вариантов колбаса вообще. Вот это Эдельзалями. Когда пытаешься говорить на немецком, но тебя все равно обосрут, да, в комментариях. Так, эти грибы. Евро 49 акция была. Настя не смогла отказать себе в таком сыре голубом. Сейчас у меня тут все повалится. И... сыр для супа. Это обычный кремовый сыр. Будет Настя опять делать свой фирменный суп.
Она туда добавит гречки, остатки гречки у нас, грибочки, половинка вот этого филе, ну, сколько там всего, 4 штучки, 2 на суп, 2 на котлеты. И грибы, и картошка, ну, в общем, вы поняли. А, Настя, мы зелени купили для супа. Капец, забыли. Ну вот, в общем, и вся эта закупочка нам обошлась, я вам сейчас скажу, в 24 евро. 24 евро, даже 25. Ну вот, представьте. В принципе, вообще, да, как такового ничего мы не взяли. Я не знаю, как жить. Понятно, вы скажете, ну вы же неправильно покупаете, вы же будете делать бургеры. Но вы тоже поймите, что, ну, мы и так это мясо делим и на суп, и на какое-то еще, да, блюдо, на те же бургеры. А цены, ну, космос, то есть брать что-то другое получится еще дороже. Поэтому мы и так взяли, я не знаю, ну супа нам хватит точно на 2-3 дня. У нас маленькая кастрюля, ну на 2, наверное, потому что на третий день уже нежелательно есть, потому что там грибы и как бы такое себе, чтобы потом животы не болели. Салат, вот на салат есть листья салата, огурец, помидоры. Также там в бургер добавим листья салата, да, помидор, огурец. Ну, короче, там минимально надо ингредиентов, потому что булочки, они небольшие, тут окажется, они на видео, что они большие. Ну, я не знаю как. Ну, надеюсь, что нам хватит этого всего, ну, на 2 дня хотя бы. Понятно, картошка, да, останется, сыр останется. Ну, это ж все такое, это ж... Не знаю. В общем, как-то так. Будем готовить, делать немецкий. В эфир мы не выходили на этой неделе вообще, честно, не было никакого желания. Настроения не было на эфире, ну, поэтому как-то так. Ну, может, кстати, будет вдохновение, желание пообщаться, обязательно выйдем, конечно же. Вот. Все вроде сказала, что хотела. Пишите ваши комментарии, как у вас дела, как у вас настроение, как у вас погодка. Кстати говоря, интересно очень будет почитать, как погода, потому что у нас жара неимоверная. Память на телефоне закончилась. Хотела сказать, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал, кто еще не подписан. Все, ребята, всем хорошей продуктивной недели, хорошего настроения. Всех вас любим, всех целуем. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока.